Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Сегодня поговорим про покупку дома по моргажу и, соответственно, про то, как можно умно купить дом, который является дуплексом, то есть две квартиры, часть дома сдавать, в части доме жить и таким образом этот самый вот моргаж ипотеку оплачивать. Вот такой домик располагается прямо на самом западе Омаха. Это же Элкорн, это 105-я улица. 205-я, сори, да, это 205-я улица. Очень большой задний бэк-ярд. Очень большой. Туалет типа сортир. Но, на самом деле это сарайчик для какого-то шансового инструмента. Причем, видимо, раз в две кабинки, значит, шансовый инструмент может положить и одна квартира, и вторая. Вот. Домик сзади выглядит вот так. Вот. 60-е года постройки, 65, кажется, год. Вот, но для 65-го года выглядит достаточно так свеженько. Но... Знаешь, если сравнить, как хрущевки в России выглядят, это вообще как будто элитная постройка вчера сделанная. Да, тут все покошено. Вот. То есть есть где порезвиться, особенно тем, у кого дети, сюда, конечно, имел бы смысл въехать, да. В принципе, конечно, плохое состояние. Газон-то, ну, не ухаживают, не засаживают. Ну, да. Смотрю, не чистая трава, а тут что-то у них здесь не растет, и ну, подорожник, и... Типика Oriental Property, всем забить болт. Не, ну, вот соседи, смотри, все чисто, там тоже все прям вообще... Не ругаются, правильно, соседи? И такого срача, как внизу на первом этаже, не было. Не, конечно, те, кто сейчас живут, эти как квартиранты, Симпсонов 100 очков вперед дадут. Это Южный парк вообще, в чистой вообще форме, в чистой, классической. Южный парк. О, у людей. Сразу видно, нормальные меняемые люди, у них и вон этот самый ландшафтный дизайн, и газон правильной высоты. Небось, калибровочно нейко измеряют толщину трав и высоту трав. 100%. Гаража нет, есть такой навесик, вот, который в летнее время, видимо, используется, чтобы посидеть, побухать и отдохнуть. А... Ну да. Загоняешь туда. Я знаю, Эдик так загоняет периодически. Ну вот как-то так. Вот. Ну а остальное вы увидите внутри дома. Начинаем осмотр второй части апартамента. Первых апартаментах снимать нельзя. Это нижняя часть, бейсмент. Она сейчас сдается за $650 в месяц. А вот вторая часть, она свободная. Этого дуплекса. Пахнет, что здесь чувствуется, делали уборку. Привет, друзья. Да, привет, друзья, да. Одна большая комната. Потому что видно... Нету света. Нет, включается, вот видно, вот если включаешь... Включается пылесос. Ну, потому что там включается кошер. А, потолочных светильников нету, да. Вот, что кухня. Плохо, что плохо, что нет центрального охлаждения. Отопление есть, а охлаждения нет. То есть в каждой комнате свой кондиционер нужно ставить, да? Да, ну это вообще манец такой сильный. И... стиралка, получается, сушилка здесь. Угу. То есть... Ну это хорошо, это считается плюс. Потому что ты можешь там зима может поселиться, может сразу делать лобли и. Ага, вот тут прямо и еще одна. Готовить, как говорится. Все в одном флаконе. Ну да, да, собственно. Ну это считается плюс, когда можно драйв в одном месте. Слушай, скажи, а у американцев не протекает сразу стиральная машина, совмещенная с сушкой? Как-то в Европе принято. А, нет, ну ты можешь такой купить, она дороже. Да, можно для компактности купить такую. Просто смысл, нафига две машины огромные держать? То есть у нас, например, я что-то не помню, что у нас в России у кого-то в здравом уме, трезвой памяти была раздельная машина. Ну, потому что маленькие ванны. А здесь ванны, пространства много, и они дешевле. И потом они, знаешь, что посещать будет эффективнее. Ну, чисто, но сантехника все-таки устаревшая, конечно, это, блин... Да. Не то, что вчерашний день, а это, я не знаю, археологические раскопки. Про фирму Грое, я думаю, в Америке вообще даже не знают, что такая есть фирма. Да, да. Ну это же
рентал пропасть. Ну, рентал не рентал, со мной даже везде. Я нигде не видел нормальной такой дорогой сантехники, сколько я по разным домам хожу. Ну, мы с тобой должны съездить за такой хороший дом. Там будет всякое. Давай, мне интересно посмотреть, какой это хороший дом. Комнатка вроде нормальная, карпет чистый вроде. Ну, только заменили. Только заменили. Из окна, небось, и вид даже открывается. Ну, а окна старые. Видишь, вот air-conditioner. Сквозь амбразуру. Окна, не знаю, не пластиковые. Деревянные окна, короче. Да, это старый, это вот Аизио, который с этим домом. Слушай, а какого года он постройки дом получается? А ну, 65-го, надо посмотреть. 65-го года. Смотри, как сохранился, как. Если сравнить с теми хрущевками, которые в России, конечно, это как небо и земля, это в идеальном состоянии, я хочу сказать. Это вторая комната, получается. А у них поменьше. У них в этой комнате стоит кровать, в которой занимается комната. Ну, только если детскую делать здесь. Да. Исключительно, только детскую. И вид туда на сад вид, понимаешь. Вот. Ну, даже, конечно, с этим моргидж, если брать моргидж на эту сумму, то с учетом того, что можно, наверное, их выгнать, этих жильцов, которые такие брезнули, можно, наверное, сдать тоже за 700-750 ту часть, и тогда... Ну, ты имеешь в виду выгнать этих свинтусов и сделать ремонт какой-то, да, косметический? Да, изменить жильцами хорошими. И после этого, наверное, тебе будет стоить проживание здесь порядка $300 в месяц. А, то есть я буду платить только свою часть, как бы говоря, да? Mm-hmm. Ну, что ж, неплохо. Ну, а в принципе, как ты говоришь, вот если... Я считаю, что нам нужно ему предложить, что... Если предлагать полную сумму, то он должен профинансировать тогда. Так он никогда это не продаст за 145. Нет, это однозначно. Ну, единственное, вот видишь, это вот школа. Вот Elkhorn, он знаменит тем, что у него абсолютно шикарная школа. И middle, и high, и elementary. Да, они все очень хорошего качества. Но у тебя сейчас middle не важно, да? Ну, elementary только, да. Это рядом наверняка тоже. Они все в одном районе. Ну, может, вообще школа хорошая, если сказать, северная. Слушай, а не могу понять, а где заканчивается... Ну, где-то вот, действительно, где вот это вот... Лот. Ну... Да, интересный такой вопрос. Забора нету и... Вот видишь, где... Вот как покосили лужайку, вот так. Так один косил так. Владелец, а этот косил по-другому. То есть, видишь, вот там место для огорода. То есть, грубо говоря, получается, что вон до того вон батута с этим забором, да. Это все как бы принадлежит этому участку. Я так думаю, да. И в ту сторону аж даже. Угу. То есть резвиться можно в полный рост. Да. И все, что угодно можно здесь делать. Там сделать хорошо, видишь, солнце падает. Нет. Скорее уж теплицы, я не знаю. Вот смотри, видишь, здесь этот сарайчик. Там похоже на туалет типа с буквами М-Ж. Туалет типа сортир. Если купишь, можешь повесить М-Ж. Да, ты знаешь, я еще если сделаю эксплейн соседям, экскурсию им сделаю, они охренеют просто. Я им объясню, что это Russian tradition делать туалет М-Ж снаружи. Это culture, как называется, culture identity. А после этого, если будешь преподавать, скажешь, four bedrooms. И сейчас упадут, все. Не, класс, точно. Баню ставить надо, блин. Баню, вот здесь баню. Сделать, да. Поставить баньку, да? Вот баню, да, здесь вообще можешь, реально. Можешь, кстати, построить все, что угодно, это же твоя пропасть. То есть могу здесь спокойно баню поставить? Да. Сауну там? Да. Срупы хочешь, да. И понимаешь, там все делалось. О, отлично. Но если твои гости будут кричать слишком сильно, то будут жаловаться соседи. Понятно. То есть тихо их надо вводить в баню. Тихо в баню вводить. И не заниматься в бане мазохизмом. Вот. Чем мы там будем заниматься в этой бане? Дело твоей совести. В бане можно много чем заняться. Так, ну плита, конечно, блин, доисторическая, конечно. Да, причем ты ее не заменишь, потому что она дропы. Видишь, она так встроена прям. То есть ее заменить дорого стоит. Но она не тоже доисторическая, в принципе, она нормально наверняка работает. Почему? Да, я уже фанат этих варочных поверхностей, которые индукционные. А, такие? Induction cooking.
Правда, придется еще покупать тогда этот вот, как он называется-то этот, я уже забыл. По-русски духовка, по-американски не помню. Я хочу сказать, что это выбор для определенных обстоятельств. Слушай, а здесь нету посудомойки, вот я вижу. Да нету, но у них почему нету? Посудомойки здесь нету. Ну и холодильник времен очагового поколения Крыма тоже. Чистый хотя бы. Чистый, да, еще не помыли его. Да. Не, ну он, в принципе, чистенький, но теперь понятно, почему они так мало просят. Потому что, в принципе, мало денег. Ну, да. Сколько за свою пару? Сейчас нам подняли рент, мы платим 610 баксов, и у нас было очень жаркое лето, у нас мы уже наверху находимся, зимой там прикольно, а летом приходится кондей включать, и у нас что-то по сотку походило вот все летние месяцы, $119 фиксированная цена за... Том, а знаешь, как вы платили в том году, вот начиная вот с осени, когда кондей выключили? У меня был рекорд 35. Ага. Ну понятно, то есть 145 получается весь этот дом, то есть целиком, если вот говорить. А сколько здесь площадь получается верхнего этажа? По-моему, 1000 с небольшим. В общем, 2000. Скворфитов, да? Надо будет перевести в метр, сколько это получается. 100 метров. 100 квадратных метров? Да. То есть верхний этаж 100 квадратных метров? Нет. Но это больше, чем у нас площадь, гораздо. Я смотрел апартменты, сейчас снимал на днях, вот люди должны приехать вот в этом месяце. А, там столько получается 1100 скворфитов наверху. Это получается 103, что ли, метра, по калькулятору переводил. Но там за аренд хотят 695. Ну, под 700, грубо говоря, если сказать, то 700. Это не за 100, квадратных метров хотят 700. Да. И, Здесь ценность это вот по сравнению с апартаментом, с тем, что у тебя есть бэкьярд. Ценность, да, согласен. И здесь все-таки более грамотное расположение комнат. Тут получается, как бы две комнаты, они изолированы. И получается еще одна большая такая комнатка. А там все-таки посложнее. Там получается, как бы, кухня и две, как бы, смежные комнатки такие, как бы, полузалы, как бы. Маленькая спальня со своим туалетом, вторая спальня большая со своим туалетом. А, так у тебя два туалета. Не у меня, это вот то, что я смотрел в апартаменты. У меня-то однобедренные, это что, я, как бы... А, у тебя однобедренные, ну, сколько хочешь свое? Я сейчас сказал. 610. 610. Ну, ты много хочешь, да, допустим. Ну, а где... они за воду платят? Потому что они платят за что? Я не плачу за воду, не плачу за отопление. Я плачу только за электричество. Тогда нормально. И плюс у меня бесплатный этот самый телевизор. А, телевизор. Да, вообще. У меня бесплатный телевизор. Интернет. Не, интернет я плачу, мы с соседом скинулись. По 10-му месяц платим, у меня хай-спид интернет. Ну, да, ну вот такие вот у нас получаются. Тут у тебя по 10-ке хай-спид интернет. Чего? По десятке хай-спид интернет, у тебя какая компания? А мы разбили двадцаточку пополам по десяточке. Так нет, а какая компания? Какс? За $20? Да. У тебя какая-то очень лол спид. Нет, почему? 15 мегабит. 15-16 мегабит мне показывает и этот. И у тебя интродактор рейд. У меня, я проверял метром, ну, программа, которая померяет скорость, 16 мегабит в секунду у меня скорость. 15-16 мегабит. Это сколько так? Двадцатник плачу, год уже с лишним, как вот. А я тебе объясню, просто у Кокса идет битва сейчас с этим, с Сенчурлинком, и некоторые районы, они, видимо, переподключили, и туда... До дома идет, видимо, у них оптика уже проложена, по всей видимости, да. Да, сказать, что, ребят, я работаю вот с Сенчурлинк, хочу. Короче, вот такие стоимости домов, пишите вопросы, вот.